гравитация. Приближается плазменный фронт. Лэнглис! Эй, что там стряслось? Он умер! Он? Что? Кто умер? Андерс! Я пыталась вызвать охрану! Пыталась! Вызвать санитарную команду! Лэнгли, я же сказала! Он мертв! Ясно. Лорел, дыши глубже. Расскажи, что произошло. Ладно, я в норме. Здравствуйте, доктор. Андерс пошел в магнитный отсек, чтобы испытать одну из дефектных катушек. Не знаю, что именно там случилось. Очок напряжения. Его поджарило прямо в костюме. Боже, мне жаль, Лорел. Ты можешь подняться в дендрарий? Нет, пропуск был у Андерса. Так, ясно. Слушай, стой там. Не входи в то помещение. Я найду шефа Элазар, и мы пришлем к тебе охранников. Приближается плазменный фронт. Мы сегодня проводим эксперименты. Найдите укрытие. Удар плазменного фронта через 5, 4, 3, 2, 1. Здравствуйте. Вероятно, вы меня не заметили. Внимание! Приближается плазменный фронт. Внимание! Найдите укрытие. Удар плазменного фронта через 5, 4, 3, 2, 1.
Внимание! Приближается плазменный фронт. Нормальная гравитация. Найдите укрытие. Удар плазменного фронта. Это через 5, 4, 3, 2, 1. Возможная проблема. Следующая отруженная схема нашла новый. Инструкция. Приближается плазменный фронт. Внимание! Найдите укрытие. Удар плазменного фронта через 5, 4, 3, 2, 1. Что происходит? Не позволяй так поступать с собой. Жизненный цикл тифонов, похоже, направлен на создание этой субстанции. Первые исследователи назвали ее кораллом. Красивый. Но мы не знаем, для чего он предназначен. Он до сих пор не выходил за пределы камеры содержания. Дорогу. Это директор Ильюшина, инженерный отдел. На электростанции проблемы. Повторяю, на электростанции проблемы. Как раз вовремя, Сэм. Шеф, я не связист. Делаю, что могу. Кейт, это начальник службы безопасности Лазар. Слышите меня? Сара? Да, я вас слышу. Пытались подключиться к системе оповещений. Моя команда в грузовом отсеке. Тут тоже эти твари. Они ползают по всей станции. Проверяйте все вокруг. Бейте разводным ключом. Сначала проверьте сам ключ. Сэм, он прав. Эти твари. Просто бейте по всем предметам и смотрите, не дадут ли они сдачи. Как будете в безопасности, свяжитесь со мной через транскриптор. Высылаю защищенный контакт. Хорошо? Принято. Поставлю свой транскриптор на станции мониторинга систем охлаждения.
выбрались. Отлично. Вход в хранилище данных рядом с Дендрари. Здесь также кабинет вашего брата. Юпитер в своем райском дворце. Так вы раньше про него говорили. Это значит, что вы... кто? Нептун? Плутон? Застрял лифт. Ездить на нем гораздо быстрее и безопаснее, чем летать через Сагитту. Эй, там! Откройте дверь! Прошу вас, откроете или нет? Прошу вас! Уходи!